В феврале в регионе пройдет социально-психологическое тестирование школьников. Оно подготовлено психологическим факультетом МГУ и направлено на определение личностных особенностей учащихся, в том числе склонности к употреблению наркотических и психотропных веществ. Единым днем проверки школьников 8 классов и студентов 1 курсов учреждений среднего профессионального образования определено 20 февраля. Проверка строго анонимная и добровольная, проводится только с согласия родителей школьников. На все вопросы по проведению анкетирования специалисты департамента образования готовы ответить в индивидуальном порядке 6 февраля. По всем организационным вопросам, которые существуют, по всем тревожащим родителей вопросов о том, как это будет проведено, в какой форме будет проведено с их ребенком, можно получить информацию по нашей горячей линии с 2 до 4 часов дня по телефону 32 97 87. На вопросы будут отвечать руководители департамента, а также ответственные лица департамента за проведение данного тестирования.